Торжественное открытие и последний инструктаж перед началом областного чемпионата по ралли «Омск-2014» прошли на площади у торгового центра «Континент». Морозная погода и заснеженная трасса не помешали отчаянным автомобилистам успешно преодолеть все заявленные испытания. Для такого времени года, для такой погоды участников более чем нормально. Дисциплина будет фигурное вождение, будет ориентирование по улицам города и будут скоростные дополнительные соревнования в Ростовке. Омский чемпионат впервые объединили с первым этапом Кубка Содружества. И победив в домашних стенах, амичи смогут отправиться в Павлодар и продолжить свою авторалли-серию. Дело в том, что это первый этап Кубка Содружества, то есть Россия и Казахстан. Первый этап проходит в Омске, второй будет проходить в Казахстане. И наши экипажи, они поедут в Казахстан для участия. Для авторалли подойдет любой автомобиль. Главное тут экипаж, слаженная работа пилота и штурмана. Но были в машинах и другие помощники. Например, Шарпей Шелли, не только талисман участниц класса стандарт, но и первый претендент на победу в новой номинации «Эксклюзив Авто Animal» для экипажей с животными. Надеемся, что она нам поможет выиграть соревнование. Будет нашим талисманом сегодня. Ну, я считаю, конечно, сложно будет, обязательно. А принять участие, ну, это как вот вроде и для себя, и порадоваться, ну, и вообще, как бы, приятное времяпровождение. Немало участников решили погонять и выбрали класс спорт. Фигурное вождение у «Континента» для них стало лишь разминкой перед ездой по городу и спринтом на трассе в Ростовке. Предстоит, ну, по городу, то есть это режимная гонка, проехаться, и потом в поле уже конкретно спецучасток, там уже на скорость, на время. В омском авторалли смогли поучаствовать и люди с инвалидностью. Они выбрали роли пилотов или штурманов и с легкостью составили конкуренцию по аккуратности вождения другим спортсменам. Я выбрала спорт. 7 километров по городу, а потом уже в Ростовку. Традиции авторалли в нашем регионе только крепнут. И спустя 8 лет проведения омские соревнования выходят на новый уровень, объединяются с Кубком Содружества и могут получить статус международной гонки.